С вами Марио. Так, Женечка, что ты тут смотришь? Опять ту девчину врубил, да ну-ка вырубай. Ма, это белый кадиллак, делай деньги вот так. Ма... И где мои деньги? Ма, я рэпер, короче. Ма, я хочу стать рэпером. Да, хочешь стать рэпером? А кто мамку будет старать? Ма, ну я трек напишу, самый крутой, фит сделаем. Ма, давай сейчас позвоним Моргенштерну, он там во двор приедет. Короче, дорогие друзья, сегодня у нас будет необычная серия про рэп-баттл, поэтому прямо сейчас ставьте лайк. Вот прям прожмите максимум лайков, не знаю, ну 1100, прикинь, 100 наберут масс. Со временем, за неделю, за месяц, ну наберете, дайте, каждый из вас поставит лайк и подписывайтесь на канал. Да, ребятушки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ма, пришла, ну-ка иди отсюда. Да, и вопросик дня. Вопросик дня! Напишите жанр, а я пока зачитаю, Ма, учись, смотри. Всем привет, друзья! Это рэпчик для тебя! Ставьте прямо лайк и подписку прожимай. И вопросик ты пиши, а в общем не дыши. Ма, не дыши, а иначе камыши. Круто, да, друзья? Короче, мы реально в этой серии будем рэперами. Поддержите нас лайком, подписка. Ма, погнали! Ма, погнали, погнали! Ма, мне Алишер позвонил, мне кажется, он приехал. Мам, Алишер там у нас во дворе, прикинь. Алишер, ну ладно, ага. Так, Женечка, а что у нас на повестке дня вообще? Мак, нам, короче, смотри, кто приехал. Ма, это рэпер Моргенштерн. Круто, да? О, господи, ничего я не ждала, честно говоря. Ма, круто, да? Ты что, я рэпер? Я осуждаю. Ма, ну я осуждаю, просто не призываю никого слушать. Слушать вот это вот. Ма, ну вот это вот нормально, ма, ну посмотри. Ма, смотри, ма, я хочу сейчас рэпером стану, смотри. Йоу, ма, иди о, сюда. Нет. Поддерживай его, да. Нет, не буду я его поддерживать. Никогда. Ма, нет. Рэпер не такой, как я золотой. Сказала. Ну, золотой. Ма, ну, ладно, все, ма. Осуждаю на всякий случай. Люська, здравствуйте. Здрасте, Людмила. Так, гламутчики, у нас приехал Моргенштерн. Почему-то неправильно написано, но ладно. Вы познакомились с ним, и Ма его фанатка, да? Вообще-то нет. Ма, ты его... А знаете, что Ма фанатка? Вообще-то нет. Ребята, нет, клянусь, я принимаю правую руку или левую, как там обучилось. Ма, даже не знает, как кляться. Он приехал записать фит. С кем? Со мной? Ма, походил с тобой, Ма, с тобой в натуре. А что говорите, вы хотите стать рэперами? Йоу-йоу, золотая чаша, золотые цепи? Ой, я не дома, о, бэйби. Ма, круто, да? Ма, мы да, рэперы. Тут, нет, мы не хотим записывать фит с Моргенштерном. Ну, Ма, ну как ты так? Ма, ну посмотри на его честное лицо, посмотри. Крутое. Ма, я понял. Ма, я раскрыл тайну. Ма, я понял, короче. Чтобы стать рэперами, Ма, нам надо сделать тату. На лице. На лице. Да. Ма, погнали. Круто придумал. Мне кажется, за это могут нас раз... Ма, не надо так, пожалуйста, говорить. Ладно, окей. Ладно, так. Ма, меня прет новый хит. Ма, слушай. Йоу, Ма, послушай ты меня. Ты большая голова. Да, я знаю. Рэпер, я такой крутой, а ты, Ма, отстой. В смысле я отстой? Я вообще тут с большой головой. Ма! Нифига! Ма! А ты что думаешь? Ма! Да. Зацени! А где? Шмот крутой здесь! Вау! Ма, круто! Ма! Так, Ма! Ух ты! Сейчас, подожди! Ма, так... Чё? Нам надо еще, короче, тату-салон, Ма! Слушай, я не готова бить татухи, может, временные? Ма, давай навсегда. Мы же рэперы, да? Ты чё, я не буду бить татушки на лице ни за что никогда в жизни, нет. Отказываюсь все. Осуждаю, не поддерживаю. Так, сейчас, короче. О, Ма, это одновременно и гардеробный, и тату-салон. Отлично, Ма. Сейчас я захожу. Ма, сейчас увидишь, какой я выйду, красавчик.
Отпечатается стринги наклейки с Хуба Бубы. Давай, иди. Мазь, с Хуба Бубы наклейки опечатай, ну. Мазь, зацени, ну как, красавчик. Мазь, смотри, какой. Мой шпингалетик такой, с порванные джинсы, улыбка на лице. Классный я такой. А подожди, а что, мой сейчас рычину. Йоу, это я, ма. Порванные джинсы у меня. Шикарно. Ма, подпевайте мне. Я скажу тебе, человек. Ма, давай теперь ты перейдем. А потом поедем от татуировки набивать. Так, ну что, проапгрейдите меня как следует. Ма, да. Давайте. Сделайте там из ма просто вообще настоящий. О, сказали готово. Ну-ка дай. О, ма! О, господи. Фу. Ма. Ну, похоже на фриков. Ма, да мы есть фрики. Мы есть фрики, йоу. Да. Ма, теперь кошечка такая вот. Мяу-мяу, я поддерживаю тебя, что мы фрики-мяу. Все, уходим отсюда. Ма. Так, ма, теперь надо татуировки. Ну скажите, ма, по-моему, красивее стала. Друзья, напишите в комментариях, ма красивее или не... Ма, тебе не нравится, что ли? Я тебе сказал свое мнение, короче. Ну, так, ма... но татуировку ма, я не ма, буду да... все делать на лице, только если ма будем. Временную. Ну, посмотрим. Моргенштерн, цените, короче, ма. Ма. Я думаю, ему не очень понравилось, судя по выражению его лица. Вот там, ма, смотри просто. Взгляд это... Как это? Взгляд орла. Но... Взгляд орла, ма. Ладно, пошли отсюда. Так, чё, куда нам... А, берем на тарантайчики, ма, и, короче, погнали. Ну, вообще-то крутые рэперы не ездят на тарантайчиках так-то на секундочку. Ма, нам надо Лабраджини. А чё здесь, чем? Я не понимаю. Ма, здесь надо заезжать. А я не могу. Протаскивай. Я полечу на кресле, как крутой рэпер. Йоу, дорогие друзья, снова с вами снова я. Я. Евген, бро и ма. Едем делать мы тату, на пол лица, ага. Ма, расчехли тату. Ма, я тебя сейчас расчехлю. Ма, не надо, ты давай. Давайте, пацаны, тату мне набивай. Боже мой. Ма, мне все тату, ма, смотри, какая радость. Ма, группа у нас эти. Ма. Ну, давай. Это больно, кстати. Ма, ма, это больно? Больно? Да, это болеет, чем зубы лезет. Ма, оцени меня. Круто, да, ма? Да я просто в шоке, 3 шестерки. Ну да, ма, потом нотка и звездочка на щеке, ма, круто, да? Боже, где тут ближайший детдом, пожалуйста? Ма, не надо, пожалуйста, ма. Я отказываюсь. Ма, иди, да давай. Что, иди умойся, быстро умойся. Ма, я теперь рэпер, ма, я крутой рэпер. А мне не... Можно? Мне же не надо. Ма, можно надо? Мы сейчас сольный концерт дадим. Ма, мы влетим в топ-1 чартов по трекам, короче, нас будут знать вообще все. Будут ходить на колонках и, короче, нас играть. Ма, ага. Круто? А татушку мне можно не делать? Ма, делай, давай, садись, ма. Ты серьезно? Я не хочу. Ма, садись. Ладно, можно мне временную? Сделайте тату, да. Ма, навсегда! Нет, нет, не навсегда! Да, временно будите, а! Смотрите! У меня вот мой номерок, 3 семерочки! Ма, 3 семерочки! Ма, вставай, дай я тебя рассмотрю. У тебя, смотри, еще на ногах написано «Ма Форева». Вы че, обалдели? Это же, да? Они, ма, ну, это не временные. Ма. Вы че, гоните, что ли? Ты же подписалась. Так. Ма, ты подписалась, да? Нет. Но рэперы крутые, да? Я отписываюсь, да? И дизлайк я ставлю, да. Нет, друзья. Куда, ма? Пока. Ма. Я уезжаю навсегда из этой. Ма, я улетаю навсегда. Да, это точно. Ма, нам надо купить инструментов, да? Каких? Ма, мы крутые рэперы, а у рэпера должны быть инструменты. Да, для того, чтобы отмыть эти татуировки, точно они должны быть. Ма.
Ма, давай сюда. Ма, погнали сейчас. Нам надо, короче, погнали в магазин. Давай устроим, короче, глобальный концерт, короче. У нас прям во дворе созовем всех жителей, ма, соберем билеты, станем мега популярными, ма, и ты купишь микроволновку. Как тебе идея? Давай, все. Короче, Ма хочет купить микроволновку, друзья. Это ее мечта, поэтому погнали. Да, у меня нет микроволновки, короче. Ребята, это моя мечта по жизни. Ма, все, сейчас, смотрите, мы с билетов, Ма, соберем, короче, много мани на кармане и будем мега успешны и богаты. Ма, как тебе план? Наконец-то, шикарно, дай тортик поем. Так, Ма, ты... Ма, давайте рассмотрим. Смотрите, Ма, скажите, круче мы стали. Друзья, напишите в комментариях по 10-бальной шкале, насколько мы крутые. Ма, мне кажется, мы топчик с тобой. Я считаю, по 10-бальной шкале. О, у тебя еще сердечко, сердечко на шее, смотри, Ма, и на щечке красное. Да, на минус 10, короче. Так, что тут у нас? Подожди, что она говорит, Ма? Подожди, ты куда берешь-то, Ма? Ну-ка. Ну, ладно, здрасте, что хотите. Так, привет, вы хотите инструменты? А что вам, вы исполнители, что ли? Короче, докажите, что вы крутые рэперы, спойте что-нибудь, и тогда я дам вам инструменты бесплатно. Мани... Мани фальшив. О, господи, кошмар. Ма, давай тогда. Сейчас мы докажем, что мы рэпер. Видишь, у нас татуировки. Ма, давай. Давайте. Йоу. Йоу. Всем привет. С вами я. Да. С вами Ма. А сегодня мы затащим бит. Йоу. Да. Ма, ты тут дом просто. Да, да, да. Да, 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 да. Ма, крутая голова, но вообще она отстой, я вам скажу, йоу-йоу. Слушайте его, я просто супер крутая, мега классная звезда, но Ма, ты в натуре настоящая пи... Так, ну вы все поняли, да, короче, кто тут виноват, кто прав, да, я не буду повторять. Да прав-то виноват, это я крутой, Тима. Ну, Ма, забираем. Все, мы доказали то, что мы не рэперы, ребят. Ма, давай сейчас сделаем реально концерт, короче, у нас во дворе, Ма. Давай, погнали. Так, все, погнали. Не, ну это круто. Скажите же, друзья. Да, это скажите. Все круто, да. Да, да, да. Я могу рифмовать слово, да. Ма, давай пой. А иначе я тебя продам. Ма. Так, ладно. Ма, сейчас, короче, давай здесь. Ма, это у нас, короче, будет главный гитарист, Ма, как тебе идея? Кстати, друзья, Ма относится к его творчеству позитивно. Шутка, друзья. Так, ладно. Котик повесила. Ма, давай. Короче, смотри, где... Давай, здесь у нас будет сцена. Так, ударные. Милый Ма, иди сюда, я радужный стал, да? Ты чё, с ума сошёл? Вырубай радужного, он тут нам ни к чему. Ладно, Ма. Так, сейчас, короче, что нам надо тут? Смотри, давай поставим арфу. Арфу, о, потом, прекрасно, это боже. Потом барабаны, Ма, кто вот на барабанах. Потом звуковую установку, чтоб долбило, короче. Потом, Ма, пианино вот сюда. А где микро? А вон микрофон. Всё, а, я вот здесь. Синтезатор у нас тут, это рояль, короче, пианино. Ма, ты просто посмотри, сколько тут вообще инструментов. Мне кажется, Ма, это будет лучший концерт вообще века. Шикарно. Ну что, погнали? Ма, надо группу собрать. Ну давай, кого? Людка? Мамки. Ма, я думаю, короче, три. Людочка, пойдемте с нами в группу, мы устроим мега крутой концерт. Вы на потом, клавиши, значит, короче. Да, потом, значит, Дед Мороз, вы тоже с нами, короче. Так, значит, гаечка и механик. Ма, возьмем их с нами? Да, ну я думаю, наверное, механик-то точно ничего не сможет сбахать. Механик, да. Гаечка тоже тут всем гайки закрутит, да, гаечка? Так, Дуга и Ахмеда. Ахмед будет гастролировать. Смотри, какие татуировки. Да, я смогу тебя гастролировать. Да, я продюсировать смогу. Ма, я буду ее продюсировать. Я что-то сбоку. Ты что, офигел? Я тебе сюда продюсирую. Ма, я тебя с этой перепутал, прикинь, Ма. Ма, не надо, пожалуйста. Так, вот, так, все, отличненько. Мама Мия. Короче, мы тут немножко бардачевали. Пошалим, короче. Да, и чуть-чуть пошалим. Ну, рэп почитаем, ну ты понимаешь, наверное. Ма, изи рэп, короче, сделаем. Круто, да? Да. Ма, ну в натуре изи рэп. Все, Ма, давай. Ребят. Отлично, Ма, все готово. Круто, да? Да.
Слушай, у нас больше похоже на рок-тусовку, а не на рэп-тусовку. Ну ладно, не важно. Мат-рэп, мам-рэперы. Это важно, ребят, это все мелочи, мелочи. Короче, нам теперь надо, знаешь, что сделать? А, ма, какая же рэп-вечеринка без фанатов? Нам надо фанатов позвать. А, ну да, точно, у нас есть фанаты. Ма, ну конечно есть, ма, что ты как говоришь? Да? Ну давай где-нибудь найдем их. Фанаты? Ма, пошли в деревню. Мы где? Ма, пойдем в деревню, короче, сейчас что-нибудь из деревни позовем. Ма, деревенские стопудово пойдут на рэп-вечеринку. Как тебе идея? Да, 100% деревенским такое нравится. О, давай, сострои. О, ма, я нашел себе тут главную фанаточку. Эй, да ты же... А, ну да, ну это как раз... Привет, мадам. Да. С вами снова я. Да. Я пойду гулять с тобой. Да. Ма, йоу. Ты не против же? Да. 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 Ага. Ага. Ма, ты чё? Так, ну чисто так. Давай деревенских собираем, дотащим все. Я забираю, значит. О, давай полицейских возьмем, короче. Что, полицейских, потом... да, может, не надо. Ма, что, могут нас повязать? Ну ладно, давай возьмем на всякий случай. Так, еще вот это возьмем. Ума, хакера будем брать или не будем? Давай нубика возьмем, может быть, он немножечко словарный запас пополнит. Давай, нубик, гоу с нами. Да, ма, с нами тебя он не пополнит. Ма, он чисто от тебя только да узнает и все. Да, йо, камон. Да, так, я беру, короче, эту сестру Эльзу, саму Эльзу, зомби, мистера зомби. Ма, давай Гогу еще тоже заберем. Да, давай. Гога, мы даем вам бесплатный билет, да, с вас 2000. Я там у себя в шаурмичной. Вам тоже бесплатный билет, с вас 2000. Так, все отлично. Мать... Жень, что-то как-то надо... не сходится у тебя слова немного. Мать, тебе надо бесплатный билет, с тебя 2000. Нет. Ну, ма. Я поняла твой прикол, мне не нужен. Ма, все, я, короче, уже около нашей, это ты где, ма? Бесплатный билет на тот свет. Ма. А? Бесплатный билет на тот свет, ма, тебе дарю я. Отправляйся, ма. Ма? Да. Так, все. Короче, сейчас ставим всех этих чувачков. И так, ну-ка, вот раз. Ума, коп уже есть с нами. Отлично. О, ма, у нас будет... Вот, это наш телохранитель, он будет нас охранять. Так, это вот нубик. Короче. Ма, наш продюсер, вот, о, стрима. Великий Алишер. О, не Эльза, Анна. Анна. Так, все, и тут ставим еще копа, короче. И... Ма, это моя главная мадам. Я все в ТикТок нас выложит, короче. Моя песня посвящается тебе, ма. Ой, ну в смысле не тебе, а вот этой. Ты чё тут? Ну ладно, ладно. Сделай микрофон, ага. Так, работает, работает, ага. Ма, он работает. Погнали. Ма, подожди. Мало народу, ма, билетов не продали, на микроволновку не хватает. Я думаю, надо еще. Да блин, вон из бассейна вытаскивай людей, что они там барахтались. А, в натуре, народ, только сегодня и только сейчас крутое шоу специально... О, подожди, да, ма, я же рэп читаю. Только сегодня и только сейчас крутое шоу специально для вас. Да. Ма, подпевай, ма, я не хворай. Я могу только то, что я не рифмоплёт, можете... Ма, ты не рифмоплёт. Ма, ты... Да, именно так. Ма, ну в натуре, если. Так, все тут расставляем я всех этих бойцов. Я могу свою короночку, типа, йоу, йоу. Ма, ты... Ну, в принципе, суть успеха рэпа, если вы будете говорить йоу, короче. Да, ребят, всегда говорите йоу. Ма. Ра, ма. Аэрбэк такой. Ра! Ра! Все. Ма, можешь аэрбэк сказать? Нет. Давай, ра! Вот так вот. Ра! О, смотрите, аэрбэк, ну, ма, еще раз аэрбэк сделай. Обучаем ма рэпу. Аэрбэк, давай, ма. Не слушаю рэп, нет, все. Матер будет слушать рэп, короче. Знаете, на самом деле, ма главная фанатка рэп, исполнитель, она знает всех рэперов. Скажи же, ма. Я не знаю никого, кроме... Хотя, посмотрите, просто нее... Просто посмотрите на эту колбасу. Она слушает рэп. Я не слушаю, Юра. Ты про кого? Мана. Ты про меня? Мо. Что, колбаса? Ну да. Ты офигел? Мана, если ты в натуре колбаса. Мана, ну ты можешь стать крутым рэпером, если запоешь со мной фит. Май, мы, кстати, сегодня фитуем. Смотри, с кем, а не с кем-то, а вот. Смотри, с кем.
Я не думаю, что он захочет с нами фит. Мало, все, фит с нами, короче. Ну, ты головой мотнул, типа. Ты сказал, что... Ну, видала, ма? Ну, все. Он, типа, не хочет. Ма, он хочет, сейчас захочет, короче. Ну, все, ма, сейчас... Итак, готовы к концерту? Давайте. Раз, 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 два, три. Тан диги дан диги дан дан дан. Это что, это откуда? Это прошлый век, ты что, ё-моё? Ма, тан-диг-дан-диг-дан-дан-дан. Оу. Всё. Ма, да. Давай рэпчину для меня. Хорошо. Я читаю чисто рэп для Евгена Бро. Йоу, и конечно рифмовать я не умею, йоу. Но я сейчас читаю рэп для Евгена Бро. Йоу, и не умею рифмовать. Я, конечно, йоу, все. Ма, неплохая ты фигня. Вот ты... На рэпчину ты годишься, да? Но, ты отстой. Му. Му. Короче, ма, надо реально какой-то фит, смотри, им что-то не особо нравится. Ма, давай что-нибудь сейчас пожестче придумаем. Итак, народ, дамы и господа, леди и джентльмены. Ма, раздевайся. Ма! Не настолько же. А, ну да, короче, итак, сейчас мы будем, короче, крутой рэп-баттл, ма, погнали. Ма, давай! Короче... Мне тут подкинули идейку, мой продюсер, и я сейчас зачитаю вам супер-пупер-хит. Давай, мам, раз, два, три, погнали! Она хотела быть со мной, за моей спиной, но я не обкекалась, так что есть цель, добивайся, никого не слушай, не стесняйся, это говорит мама. Большая голова, дым, я в бардаке, братан, мой вкус, стакан, ты не знаешь хип. Хопа, братан, не переживай за тебя репчину, ма, на фитует лучше всех, значит ждет ее успех. Однозначно я могу, однозначно ты смогу. Я, а теперь, короче, моя. Ма, ну красава, ну красава. Итак, друзья. Спасибо. Ма, погнали. Всем привет, с вами я, Евген Бро Голова. Вот, следую тренду всегда. Вот, обзор модов это мой хлеб. Оп, люблю своих подписчиков всегда. Мы снимаем все для вас. И поэтому для вас, все для вас. Мальчики, тут немного это вот, оп. Заговорился, но ничего. Оп, как ни крути, мы с Ма крутые братаны. Батл. Ма, крутяк? Все, отлично, отбатлились. Ма, отбатлились. Короче, дорогие друзья, за такую необычную рэп-серию нас поддержите. Поэтому ставьте лайк. Да. И подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик, иначе я вас зажму где-нибудь в лесу. О, неплохо, ма, зачитала как братва. Короче, дорогие друзья, всем пока. Все, всем покузики. И пока. Ма. Ма. Мяу, 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 мяу. Я с ума сошла.